Самарском журнале в 20-м году появилась статья, где писали об одном странном человеке, там прямо и сказано было, это странный человек, очень старый, зовут его Айги. Он тем странным, что он вокруг пошли от него сады. Он стал разводить разные там яблони, вишни, то, чего никто не видел в этих краях. А там еще так. Когда распределяли земли, этот старик стал и сказал, мне ничего не давайте никакой земли, дайте мне вот этот каменный холм, кому, никому вам не надо за деревни. Ну тут все засмеялись, потому что чудаковатый вообще человек. Пусть берет. И вот он там развелся, сад развел. И в моем детстве в 41-м году сады погибли, все страшно. А вот все-таки вот еще их убили, возили. А я знал, что робот уничтожает сад моего деда. Вот. И холм еще назывался, в моем детстве назывался холм Айги. И фамилию Айги я восстановил с полным правом. Я всегда говорю, что это не псевдоним, а это родовая фамилия. По, так сказать, легенде, вот именно этот дед Эндри, он упорно называл слово чувашское «хайги», называл его «айги» или «айки» называл, без «ха». Вот это чувашское означает «тот самый». Вот за эту странность его обозвали, значит, «эндряги». И вот я, конечно, что-то восстановил, и это хотел иметь. И всегда говорят, это не псевдоним, а родовая фамилия.